Всем директорам школ, Министерству образования региона усилить меры безопасности и пропускной режим. Сейчас мы в режиме оперативного штаба с силовиками провели соответствующее совещание. Договорились, Росгвардия у нас в основном осуществляет охрану в школах, усилит меры безопасности, пропускной режим. Также коллеги из МВД, ФСБ проводят дополнительные профилактические мероприятия. Напомню, выстрелы в Казанской гимназии номер 175 раздались около 9:20 по местному времени. По официальным данным, погибли 4 мальчика и 3 девочки, ученики 8 класса, а также 2 сотрудников. Госпитализированы 18 детей и 3 взрослых. Силовики задержали нападавшего. Им оказался 19-летний Ильнас Галявиев, который закончил это образовательное учреждение 4 года назад. Разрешение на хранение огнестрела ему выдали накануне трагедии 28 апреля. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Также, по его данным, в школе отсутствовали охранник. Здание было оборудовано лишь тревожной кнопкой. После ЧП в Казани президент России Владимир Путин поручил срочно ужесточить правила оборота гражданского оружия. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.